друг друга просаживать смысла нет. Ну окей, ладно, давай тогда, хорошо, Малинраш. Давай ты тогда посетишь на замене. С понедельник там или во вторник пойдешь, не знаю как. Я напишу там ближе к выходным. Пригнаю магику вторую. И пока точно не будет. Моя игру вторая, ладно. Бля, что вчера как этот клык упал? Да. Да. Охуенно. Ты еще не выпадает всей этой хуйни, блядь. Блю, скорее всего, как обычно, в среду. Как обычно, в среду. Ничего не поменяется в этом плане. Кто там полив? Ага, все, сейчас я быстро соберу тоже. Так, поняли теперь. Все, поехали расчистить. Это, пацаны, есть у кого-то личкинговская фласка на хп, на танк? Одна штучка. Да, есть. У кого? Велю до обменки. А мне не будет стоить, пока я не смогу во второй. Что тебе надо? Вон или вон? Что тебе надо? Только вонт. Какой вонт? Вант. Жезл, наверное. Там Каныч за гагулей нужен, а у него типа два раза больше. Ну, он, смотри, на токене сольет два раза по 10 и все. Смотри, как. Токены ролятся после ван, так что смотри. Вебс, ты в шипе будете пока. На королей только спекнешься. Ну вообще, блядь, этот магик гру нахуй вырубает вот эти вот 100 лямов нахуй бить, это да, пиздец просто. Хоть бы порезать. Кончик нет, нахуй. Да на, груле, скажу, на груле 150, на магике 100, нахуй. Заебал уже. Я бы для выда сделал 300 лям. Чё ты? Он ходит вообще с 10 твинов там по рейдам, по 5 раз в целка за неделю там. Давай, ну, чтобы тебе интереснее было. 300 лямов магии, правильно? Да нет, ты чё, блин? Ну так-то да, ой, ты на мазохиста похож немножко. Я бы не играл, если бы надо... Ну, я бы не вывез на одном персе играть, потому что, ну, это пиздец. Задрачивать одно и то же, блин. А так хоть танчить, хоть хилить иногда, блин. Ну, по разнообразию. Поэтому я не могу, блядь. Я одним спеком не играю. Если есть два спека, буду играть. А кто плащ забрал? Я пропукал. Малинраш. Mm-hmm. Нормально он уже, в принципе. Хорошо он дед. Сколько у тебя СПД анбаф сейчас, Малинраш? Ну, только с твоим доспехом, без фласки, без нихуя. Просто вот голый твое СПД. Ты, правда, не фул там еще успевает. 4450 и 1284 хасты, но я так понял, это кап. 4400 без бафов. Это ты с бафами сказал или без? Не, нет, не 3400, не 4400. А, 3400 без бафов. Блять, это маловато. У меня, по-моему, даже больше. У тебя в демоне 1640 с камнем должно быть минимум. Не, нормально, в принципе нормально, да. Там если все бафы сложить, плюс его проки там и так далее, плюс у него этот тринкет удешный, там 1500 СПД, там дохуя СПД в сумме. Там дохуя дает мне. Я смотрел, вроде 710 самый большой, вот так под все проки дает. Нет, больше должно быть на обычном кичу. А, кстати, этот сын анархии, дай обмен. Я твой бот чуть не распутал. Но он 700 дает, вроде я смотрел.
Даже больше 700 немного. Ну, отлично. Почему в рейде нет такого чела, который дает 700 агилы какой-нибудь? Ну, это из ПД мусорка. Надо пиньяту демону покупать огарскую и разгонять вот это СПД перед пулом все время через пиньяту. Это такое? Ну, огарская пиньята. Я, братан, не знаю, что не так давно играю на этом сервере. Да это плиз лайк вообще-то. Огарская пиньята. Но это не только здесь, это везде, типа. На всех серверах. Ну я вообще про 3-3-5 не могу. Серёг, не хочешь десятку у него сходить? Кульч, я был, пока вы в ВВК были. Так, короче, самое главное, ребят, в лужах не стоим, вешается печать Мактеридона, на последней секунде стопайте просто кассу, а то лишитесь маны и ебала своего хпшного. Отображается там, где вот орда, премиум там и так далее, короче, увидите. На 10 секунд висит, на последней секунде просто стопните кассу, тут хуйня. Так. А чё это пиньята даёт? Чё, я просто юзаешь и всё? Или чё? Типа, СПД даёт или как? Ты бесёнком по ней стреляешь перед пулом и СПД вешаешь. А, ну это как петушки, да, вот эти вот, в НВНЖ, которые 5% хосты дают. Нет. Именно так. Похоже, дай лапку, пожалуйста, друид. А этот на купах, ну, по-моему, продается за голоса, если я не ошибаюсь. Да, 150 голосов. Хуя. Этот, Андрей Монах, печеньку будешь нажимать куб. Раджам, ромбик будешь нажимать куб. Гарик, не, стоп. Раджа, трусы. Гарик, полумесяц. Мулинраш, крестик. Я ромбик понажимаю. Что, как не можете поставить, блять? Как обычно я ставлю. Кто танчит, что, как? Там ничего сложного, ребята. Просто когда я говорю, поставьте порталы около вот где я поставил метки. Поставите порталы просто. Нажимаете порталы, там 10 секунд дается на прожатие куба. Просто по команде нажать куб. И также по команде его отпустить. Ничего сложного, это не как в обычке. Ребят, здесь намного проще кубы нажимать, чем в гельках. Не отпускать кубы, пока я не скажу главное. Просто вот и все. Подошли один раз, тыкнули и все. Ничего сложного в этом нет. Так, дальше, левый трэш уходит, просто по нему играем, заливаем, на косты я назначу, так, я рыбу сейчас поставлю, центральный трэш, так, подождите, босса танчит у нас, получается, Войд тогда танчит трэш, Арислин, пу-пу-пу-пу, Арислин, короче, безжалостная первый начнешь танчить, Дермич второй, Арислин третий, на боссе, Войд пускай танчит трэш. Этот, сын анархии, твоя задача, короче, когда выходит центральный портал, гитарист, я на него метку, звездочку буду кидать. По КД просто ты не бьешь, а стоишь изгнание зла кастуешь по нему. Фиряешь его, чтобы он нас не бил, понял? Mm-hmm. По метке, которые я буду ставить, звездочку. Все, остальное слушайте, ничего сложного. На 50% побежим в сторону ворот, где печенька, и прямо в ворота прижмемся. Давайте, рычину полпа. Здесь ничего сложного нету, поэтому просто главное слушать. Все по факту буду озвучивать. Единственное, что за печать Мактеридона, смотрите, РДД. Я это озвучивать не буду, смотрите сами. Чтобы не лишиться без маны потом. И можете сдохнуть. Все, поехали. Чаротворцев главное убиваем на этих... На големов, похуй. Главное чаротворцев. У меня вопрос, я ушу, ебусь. Я стою на кубе или нет? Нет. Хорошо. Лагает. Очень можно. Да, и у меня тоже, кстати, висло. Нет, висло, блядь. Сервер хороший. Дай бомжей дремить.
Пиздец, ну чё это за хуйня, на? Настя, у тебя тоже слышу? Да, у всех. У нас всех. Как вчера в ЦЛК, то же самое, типа провисает на секунды две. Ну сейчас людей много в онлайне, наверное, что пятница вечер. Может поэтому. Да не так уж много, 6 тысяч на радио всего лишь. Да, ну хилить когда ты зависаешь довольно забавно. Ну ты кого раз 10 кнопок, у меня такая начинается обнуха по всему ряду. Ты. Забавно выглядит. Ребят, чаротворца быстрее убиваем. Уже скоро босс запуливается, нам главное убить чаротворца. На големов нам вообще похуй. Бейте точечно, безовые, убивайте таргеты эти. Звезда. Печенька. И трусы, два ляма еще, блять, аж хп дохуя очень. Надо убивать быстрее, ребят. Я понимаю, но чаротворцев надо убивать быстрее. Звезду почти осилили, печеньку тоже. Осталось только 15 секунд, босс. Я в курсе. Трусы добивайте быстрее. Иди, безжалостно лови уже босс. Ой, забирай на себя трэш. Чаротворцев уже добили нормально. На исходной стане. Около кубов главное не стойте. Ну как ты, блядь, босса ловишь? Ну я ж тебе, блядь, за 8 секунд нахуй. Поставь его в центр, блядь. Что за хуйня нахуй? Геру дали. За 8 секунд до пула, блядь, я сказал. Иди лови, блядь. Лови, он пошел. Босс объем. Максимально. Да я нарез все забей. Блоки, порталы почему не поставили? А, вижу, кто-то поставил, кто-то нет. Приготовились, кубы нажимай. Прожали кубы. Кубы прожали быстрее. Быстрее кубы прожали свои. Ну быстрее, ребят. Все, отпускайте. Прохил, блядь, ржамы никто не прохилил. Безжалостная гриппа звезду. Пока не надо бэрить, после трэша каприз даже бэр, я скажу, когда знать. Фиряй, пожалуйста, друг на паладине, блять, сын анархии, ну звездочка, фиряй ее, пока ты, спасибо. Играйте по трэшу, милики, чё вы там босса бьете, блять, вам прикол-то будет, что нахуй? Да не по тому трэшу, куда ты побежал, Данганмастер, блять? Метку ставлю, только поэтому. Арислин, дай сокру. Гриппай, дермич. Звезде сыграли все. Замедляйте, блять, оковы кидайте, что-нибудь нахуй. Стан какой-нибудь. Чтоб он и не бегал. Безжалостные гриппы следующего. Быстрее звезду, все свеченность убили максимально быстро. Уже кубы надо нажимать. А каприз, дай бэр по раджаму. Приготовились кубы прожимать. Добили быстрее, кубы прожали. Раджам, иди нажимай сразу куб. Прожали куб быстрее. Все, отлично, отпускаем. Добиваем последнюю хуйню. А какой трэш? Ребафнить лорка. Все свичнулись, милики, блядь. Подводи к Архимондам. Добили гитариста последнего. Подводи босса к Архимондам. Все, отлично. Журб, сбиваешь каз везде. Данганмастер, сбиваешь печеньки. Играем тупо по Архимондам, босса только уешим. Вели, отбиваешь трусам. На пул на Войд Фьюри. Рид, поставь тотем. Ромбик этот.
Гляньте, кто у нас пишет карту. Бендлика сбивает и прям... Играем архимодов максимально больше ДПС. Добивайте печеньку быстрее. Прям. Приготовились, кубы скоро будут. Пока не нажимайте, просто подходим. Те, кто кубы нажимает. Эти лужи разлили в меня. Бесы отличные. Кубы прожали? Прожали кубы быстрее. Быстрее кубы прожали. Все, отпускаем. По боссу играем. Босса в центр ставь. В лужах не стоим. Эрмище просил. Волк, у тебя так и так маны там нету, блядь. Ты еще пищать взрываешь, ну. Сейчас делаю, сейчас таунтишь и подводи босса к бесу. Подводи босса к бесу. По бесам дали фуллоу Е. Вой, твой первый стан в команде. Гнев не бес, когда скажу. Дали у Е быстрее. Давай стан, гнев, Войд. Все на анархии, гнев небес, давай. Добивайте бесы быстрее. Босса будете. Центр босса, да? Приготовились кубы. Подходите к вам. Гитарист опять. Кубы прожали быстрее. Прожали быстрее кубы. Все, отлично, отпускайте, бейте босса. Арислин, дай сокров, гриппа и дермич, звезду, сюда. По звезду Ферайса на анархии ПКД, играйте все по звезде. Блять, загигули на вагон нахуй. Безжалостной гриппой. Звезду бьемся. Эдик, дай БР ему прямо сейчас, только не в лужу его БР, ему, пожалуйста. Ребафните маги. Термич этого. Грипни звезду. По звезде все поехали. Термич из баун, дай. Отойдите, отойдите. Ой, дай сокро. Добивайте последнего. Босса этого моба последнего добивайте все. Босса никто не трогает. Босса вообще сейчас никто не бьет. Только добивайте моба. Ждем. Босса никто не бьет, повторяю. Так, приготовились кубы прожимать. Кубы прожали. Кубы прожали. Босса никто не бьет, еще раз повторяю. Все, отлично, отпускайте. Гриппа сюда. Кто там? Дермич, звезду. По звезде все сыграли. Босса никто не бьет. Отведи босса, отведи босса, отведи босса. Милики, отойдите, не уешьте. Не бейте босса, пожалуйста, ребят. Переведете, блять, вайпанемся, сука. Грипни следующего. Блять, ладно. РДД, играйте пока по этим мобам, которые дальние. Милики, стойте пока. Кто там свободный, подойдите и грипните. Безжалостно. Грипни любого моба кого-нибудь. Частицу. Теряй. Колесо просил. Колесо, не лутай, пожалуйста, волны. Отходи от них. Все, милики, идите по боссу играйте. РДД, добейте главную звезду. Войд, пофиряешь следующего. Отошли, милики. Добили звезду РДД. Милики, идите боссу. Все. К воротам, к воротам, к воротам быстрее. В сторону печеньку. Все в печеньку, в печеньку, в печеньку. Глю сокру дай. Безжалостно избаунд. Быстрее все к воротам. Быстро, 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 быстро. Так, РДД, добиваем последнего долбоеба. Войд, забери его. Вышли, в лужах не стоим. РДД добили звезду. Теряй его, Войд. Какой-то вагон как-то умудрился умереть. А чего, блядь? Босс, ебану, красава. А ничего, что он на кубе стоит, можно, да? Да похуй, как он стоит. Главное, чтобы не волнуй.
На реслин, блядь. Дермич, поздно стаунцил, блядь. Ревность? Стань, где они все, Дермич, с той стороны, блядь. Не стой в луже. На ревность. Как каплю дам на следующий раз. Держался, чуть не отпис. Сейчас реслину дам каплю. Дермич, из балла нажми. Дам каплю. Реслин, ну ты бы тоже со всеми стоял, ну ладно, похуй. Чтоб босс не дергался, миники в жопу били, спокойно. Есть что, массакра есть? На реслин, когда будет танчить, я знаю, что ты спускаешь. Конку вообще босс убил мили атакой. Ты что там, блядь, дурак, таунт нажал, что ли, блядь? Я видел, что ты ШВ нажимал, нахуй. Ты, блядь, походу таунт еще нажал. Он тебя ёбнул атакой, нахуй. Физ атакой, мили. Дальше, что у меня там за Гагулина? Блядь, за Гагулина, ну ты красавчик. Две волны словил, блядь, за РДД. Че, беру, может? Давайте. Ну тут надо было постараться, блядь. Конка, мне кажется, ты мне наебываешь. Ты по-любому таунт нажал. Ты не мог агро сорвать. Там по агру нахуй было. Я ебал сколько. Бей каплю рисуну, короче. Так ты, может, таунт нажал и армстойку нажал. Откуда ж я знаю? Просто не понимаю, просто по-другому как ты мог менять. Тебе, ну, он подошел, физатака ёбну. Ударом просто. По агру ты там был, блядь, в ебенях, ты не мог сорвать. Грязнейший удар, то можно пройти с пойти. Странно, ладно. А это, ну, и ранжану не просили. От шмота отказывайтесь и от токена. А этот мешок и сумку можете ропить. О, вот этот пояс хочу, сука. Кому надо пояс Критхаст? Мирая нужен. А-а-а. За ним там ходит уже давно. Он в рейде? А, Мирая в рейде нет. ГЦ Мирая. О, нихуя, заебись. Сейчас, короче, тогда ему скинем и напишем. Да, линкуем вниз. За 10 тип нахуй сразу его. Блять, я Мираев писал, он такой офлайн. Мне накатал только за монетки и приговорил. Это у меня перекапнул. Ох, нихуя себе, швепс, давай нахуй сюда, блять. Лут. Я сегодня с обычки тоже 2 серебра достал. Рик, ты тут? А? Что? Не, Рик, это без стресса у тебя. Без стресса? Угу. Потому что у меня у тебя 6.3, а 5.6 у меня, типа, у тебя без комбата. Mm-hmm.
А сколько у тебя эта палочка сделала? Скажи, пожалуйста. А, мало, там 540 все. Там урон, видишь, только на последней фазе боя и все такое в основном. Да, бля, вообще такой АФК босс, пиздец, блядь, столько долго его били, я ебал. А тебе понравилось, да? Сидел. Да, это пиздец, конечно. Ноль маны, конец боя, 100%. Хули, за эрдру скучно, блядь. Да не то, что скучно, просто пиздец, как долго, там босс минут 15 бьется, наверное. Короли вообще полчаса. На королях. Короли полчаса. Короли были. Поначалу полчаса бились, ровно. 30 минут. 28-29. Да, 3 геры мы юзали даже. Да. Ходи, кому посмотри, манорез. Я тебе скину сейчас личку. Забавно. Там было, блядь. ХП, я не помню. 36 ляма, да, у прислушника? Да не так, манорез видно. Или 38. Что там я почилю в ретрике на груди королях там? Ну видишь, сверчок нормально, хилил маны. Столько же, сколько и мне МП5, грубо говоря, нахилило. Это самое нормальное. Чекни, сколько мне раз сделал, чувак. Почти в 2.5 раза больше, чем тебе. Не, у меня, кстати, сейчас раса типа сломана. Ее пофиксили очень сильно. Ну, я же тоже. У меня раньше, фиксирую, понимаешь, раса была почти топ-1. То есть они у меня с щитом были, разница в 5% все время, на любых боссах. Сейчас они типа пофиксили это. То есть у меня все время было так, что у меня просто этот. Она люто прокола. Каждый босс по 5% разница у меня было. То есть от щита вот. Да, дыхание природы, это что, сверчок? Это босс или новичок? А, нет, песня рыцарь сверчка, 22 тысячи. Ну и то считай, я самое удачное. Да нет, хуйня, я тебе говорю, где поражение было. Нет, самое удачное поражение было в конце один раз и все. А в середине, в начале там, ну, там урона не было такого по ряду, чтобы ману хилить. Просто ты его нажимаешь, один раз хилишь, у тебя так вот 900 маны, хоп, пришло. 1500 хоп, пришло. То есть, ну, это хорошо. Прикиньте, в магазине нету с магикой, с жезла. Не знаю, мне почему-то все равно кажется, что, типа, две утехи пизжи. Не, я с ними бегал, типа, оно тоже неплохо. Но вот это вот и бывает лучше резать ману. Просто считай, там 270 МП5 и 350, ну, 315 СПД, это, ну, это ультра охуенно. А ты про чё, Рид, говоришь? Про сверчка или про чё? Угу. Да, нет, его сделали нормальным, сейчас. Типа более-менее. Раньше он прям помойный помойкой был. Бля, то есть я правильно все помню, равно как-то. Тут, ну, он очень слишком ситуативный. Он ситуативный. Мне не нравится эта ситуативная хуйня. Мне нравится, что было постоянно что-то. Нет, постоянный да, баф всегда прикольно, лучше, но... чем вот эта хуйня. Вот, я же вот хилю как ну, типа как и ты, нон-стопом буквально, то есть без остановок. Не, видишь, там в чем прикол паблика, сейчас то, что не сделали. То есть Серега тоже говорил, что типа она сейчас лучше стала. Я сначала не оценил, потом типа понял. То есть вот здесь вот, когда грува хилишь Герри, когда крош начинает кастовать, я просто сидел, вижу, у меня полманы, и на весь урон в рейда я на каждого вот этого свитера типа молился, чтобы она прокнула, потому что когда она прокает, а мне ману просто резко как мразь. Ну, когда мы в актуале закрывали на X2 этот контент, эта тринка просто мусор была. Типа, ее тут еще, наверное, сделали, там, когда X3 открыли, вот ее там что-то перерисовали. Не, я еще на X2 с ней ходил, она мне хорошо очень. Я всегда брал чешку и, типа, сверчок, и с ними бегал. У меня ману вообще никогда не было проблем. В Т4, чешка и сверчок. Все, никаких проблем никогда не видел. Я даже утешение нахуй забывал, выкидывал. Не, если тебе нравится, то, в принципе, она сейчас не самый худший вариант. На шаму, на ну, я все равно не типа склонен к двум утехам. Всем, кроме Клипала. Пошли все трэш бить. Мы когда, кстати, на втором были, я помню, с между шаманом первым. Сравнивался с двумя утехами, и он по мане садился в два раза больше, чем я. Бентли первый КС сбиваешь, КСТ звезде, Критер второй. Журб первый печеньки, Дангермастер второй. По звезде первый играем. Ну тут еще видишь, как-то непонятно, оно у всех по-разному, когда прокат бывает. Уржите обновление, ребят. Слышишь, Кирилл? Кана, ты тут? Да.
А чё тебя там, блядь, уже этот, опять нахуй, Мирая нахуй, чертом называют? Старый. Скинул, видимо. Я Пригу накатаю с этого, с рулетки в рулю. Чё я там, ретрики почилю, да? Или чё там? Понял. Да, в ретрики почилю. Не, Реслин в ретрике почилит, ты будешь танк. Ой, ебать. Мега скучная хуйня. Настя, холодно, блядь. Охуеть, блядь, жарко, нахуй. Сама сидишь в этом комбинезоне, блядь. Жарко, блядь. Мне, блядь, холодно. Почему комбинезон? У неё кигумора вроде бы как-то. Ну правильно, блядь, у тебя уже, наверное, волосы, блядь, выросли на груди, блядь. У вас там у всех, нахуй, этой национальности, блядь. Волосы растут, нахуй. Как у медведя, блядь, греют, нахуй. Не, Патрик, типа, волонер прикольно. Можно было бы тебе свой отдал, блядь, я травму уши бы взял. Она мне больше нравится. Ну-ка, ты ж волосатый, блядь, да? Ситуативный, блядь, чувак тоже. Что, нет, полезен будет, на шамана думаю. Нет, на шамана она хороша. На уешник типа, тоже, да. Раньше она с уже, помню, прокол очень люто. То есть, когда шуже, у тебя просто от каждого работала и травма, и работал корень. Повер заряженный будет? Корень жалко, конечно, теперь. Повер, пофиксили. Не, ну там в Т5 у всех есть масс-хил, типа, и у Приста, и Купол, не, типа, там сразу всем дает. У меня и в Т4 очень сильно травма прокола, то есть... А, ты про травму? Частая хуйня. Да, да, да. Нет, травму вообще только Эрдру носит, типа, и шаманы, больше никто ее не убивает. А зачем тебе травма? Ты с Волониром все равно, типа, ходишь. Да пошел, я хочу травму. Нет, смотри, Волонир, он прокает, типа, кое, ну, типа, не всегда, и он не всегда нужен, а тут хил всегда идет, ну, полезный. Там будет он разлетаться просто, пиздец, как. Там по копейке, но очень много будет. Зачем ты опять, кроме хила? Ну... Не знаю. А, короче, термич, как обычно, заберешь слепоглазый и крестик. Безжалостный, ты, короче, заберешь Хиглера и короля. Там вот есть, короче, вот тут ямка, блядь, я тебе прямо печеньку вот эту ямку поставил. Вот в этой ямке стоишь, чтобы тебе не откидывало. Понял? Слышишь, а можешь в 4 танка наебывать, и ДКшник Колма будет держать, а Киглера и Короля 2 пала по одному. Ну, спекайся, нахуй. Вообще заебись, блядь, ну типа. Не, не надо. Типа легче будет 100 раз. Да похуй, нахуй надо. Не надо. Ауру поставьте паладин адекватный, нормальный. Ну, видимо, ты не играл с нормальными шманами. Ты в ДД, Войд в танке. Войд заберешь чай. А, хочешь ржач, Эдик? Я в Т4 перехилил от Т-шамана. Т5-го шамана на работе. А Реслин, ты просто с него там потаунтишь, стаки позабираешь. Ну, на рейндж будешь отходить, стаки с потоком сразу берем. Еще раз ржача на пулбаф. Остальные РДД, единственная вам инфа, стоите в печеньке. Когда открывается крест, живая бомба на вас.